Финальный матч серебряного плей-офф третьего кубка Спортек по мини-футболу среди корпоративных команд компаний отрасли топливно-энергетического комплекса. У нас встречаются Меридиан Энерго и Газпром Транс. Эти команды на групповом этапе встречались, и тогда Меридиан Энерго праздновал победу с разгромным счетом 4-0. Посмотрим, сумеет ли Газпром Транс провести работу над ошибками и взять у Меридиан Энерго реванш. Меридиан в полуфинале 1-0 обыграл зарубеж нефти, а Газпром Транс со счетом 2-0 разделался с Лукойлом. Сейчас первый момент возникает у Меридиана. Тянули с ударом. Подниматься надо, мяч сыграно. Идрисов. Штанга после удара капитана Меридиан Энерго. Линии поля вводит мяч Меридиан. Мяч попал в руку, но можно продолжать игру. Два атака Газпром Транса, выход уже 1-1 и выше. Невероятная ошибка от нападающего Газпром Транса. Здесь промахнуться было тяжелее, чем забить. Да. Уверенная скидка грудью своему вратарю. Дрисов начинает атаку разгонять. Пятки не прошел. И все
все-таки забивает Меридиан Энерго. 4,5 минуты на это понадобилось, естественно, негодуют защитники. Газпром Транса, ну, так просто отдавать мяч сопернику, конечно, смерти подобно. Но 15 минут будет, чтобы отыграться. Если один момент опасный удалось создать Газпром Трансу, значит могут создавать. Значит, еще шансы есть. Второй было на Нефтангу. Длинный пас, через все поле прошел. Одна опасная атака Газпром Транса. Здесь вратарь, уже оказавшись на паркете, все-таки сумел руками до мяча дотянуться. Контратака Меридиан. Идеальные передачи и удар хороший получился. Третья штанга у Меридиана. Ну, здесь будут нарушения все-таки. Снова у нас этот мяч. Меридиан словно надеется малой кровью одержать победу. Никак не могут Меридианы дело довести до удара. До перерыва есть шанс у Газпром Транса уйти отдыхать с равным счетом. Меридиан. Не торопятся они с переходом в атаку. Но вот одна быстрая передача, и они уже у чужих ворот. Mm-hmm.
Штрафное сейчас увидим от Газпром Транса. 15 секунд на исполнение, но побыстрее мяч устанавливают. Не останавливаем время, только на 2 минуты. Разыгрывать нужно по свистку, здесь гол засчитан не будет. И перерыв. Вторая 10 минутка, противостояние Меридиан Энерго и Газпром Транса. Меридиан впереди, 1-0, но у Газпром Транса было как минимум 3 очень хороших голевых момента. Меридиан играет с определенным запасом. Я думаю, что если Газпром Транса удастся еще сравнять, то Меридиан должен включиться уже на 100%. Пока уверены в том, что особо не напрягаясь, могут повторить результат матча группового этапа, когда «Газпром Транс» был обыгран 4-0. Дрисов сам может пойти. И идет. И забивает, да, 2-0. Вот так очень спокойно.
Это Интеррал. Меридиан Энерго, ну вот теперь можно никуда не торопиться. При счете 2-0 очень себя спокойно чувствует. Меридиан очень мало пропустил. Ну, в принципе, только один мяч в свои ворота пропустил Меридиан. 1-2, по-моему, поражение. Два мяча пропустил, да, Меридиан Энерго. Оба от МОС Энергосбыта. Короткий пас под удар, но здесь успевает мяч капитан Меридиан Энерго. В основном играет в нападении, но когда необходимо возвращается к своим воротам, а вот сейчас выход 1-1, но защитник уже настигал, тем не менее, это каким-то просто чудом в сетку отправлен третий гол Меридиан Энерго, 3-0. Ну, может быть, так своими габаритами нападающий испугал вратаря, что тут просто не решился мяч отбивать. Газпромтранс пока не решается снимать вратаря в пользу полевого игрока. Вратарь тут с того уже устал, по-моему, за вчерашний и сегодняшний день совершать спасение ворот, что даже вот уже то ли от усталости, то ли от чего еще просто валится с ног. Главой Газпромтранса уже возможность забить хотя бы гол престижа. Цаклидис начинает атаку Газпрома. Тая. Удар и еще одна штанга. Да, четвертая штанга в этом матче. Вообще у нас серебряный плей-офф богат на попадание в каркас. Крик досады игрока Газпромтранс, который мяч не сумел сохранить. И еще один шанс Меридиана. Я.
3 минуты и 20 секунд остается до финального свистка. Так что у «Газпромтранса» еще по минуте на каждый гол. Нарушение правил в непосредственной близости от штрафной. Без желтой карточки здесь тоже не обойтись. Сегодня, кстати, по-моему, это первая желтая, которая показана именно за нарушение правил. Лидис ошибается. Здесь не разобрались, кто должен удар по воротам наносить. Добивание. И только угловым дело заканчивается. Саклидис. Удар по своим воротам. Отчаянно вратарь уже, по-моему, в нападение хотел пойти. Отлично на троих здесь разыграли меридианы. И должен быть четвертый гол забивать, но счет 3-0. Их должен устроить. Сейчас уже пойдет последняя минута матча. Последняя минута заключительного финального матча в серебряном плей-оффе. После этого поединка мы увидим церемонию награждения и перейдем к основному золотому плей-офф. Там в полуфиналах будет встречаться Интеррао с Маэском и Газпром Энергохолдинг с Мосэнергосбытом. Очень интересные матчи нас ждут. Матчи сильнейших команд. Ну, гол престижа надо было забивать без промтранса. Выход один на один. И четвертый гол Меридиан Энерго. 4-0. Последние 10 секунд. 10 секунд, которые отделяют Меридиан Энерго от золотых медалей серебряного плей-оффа. И еще один. Пятый гол Меридиан Энерго ставит точку в этом поединке. Как только мяч будет в центре разыгран, прозвучит финальный свисток. Мы же переходим к награждению. Дорогие друзья, через 3 минуты состоится церемония награждения. Покажем вам просто, как попробовать площадку, потому что на ней уже были девушки.